Всем привет, мои дорогие подпузичники. У меня вот тут вот. На меня Новый год в первый раз в жизни реально повлиял, вот как будто до и после. До этого у меня было до Нового года, после Нового года похуй. Вот сейчас я прям чувствую различия. Для меня как будто прошел какой-то рубеж и все чики-бомбони. Значит, я вам напомню то, что каждый из вас мне может отправить посылки. Эти посылки вы отправляете в Ростов-на-Дону, индекс 344-002, Баранов Кирилл Владимирович, до востребования пишите, и все, больше ничего не пишите, и потом пишите Кате, скидывайте ей, говорите, типа, отправил пятерки. Я знаю, что лежит в одной посылке, я ее не могу открывать ни на Твиче, ни на Ютубе. Ладно, сейчас разберемся. Это первая посылка. Вторая посылка побольше и прям такая жестко тяжелая. О, нихуя, вот это как подарок, блядь, обмотано. Это как будто на Новый год подарок мне. Так, ну вот, собственно, зацените, как красиво все сделано. Это мне посылочка. Угу. Так, сейчас. Но я в Телеграм, наверное, буду кидать. Если вот в той посылке что-то увижу, я буду в Телеграм кидать. Так, блядь. Тут цифра 5 нарисована и коробка из-под обуви. Так, сейчас мы, блядь, узнаем, какую ты обувь носишь. 43 размер, ну, значит, писюн такой нормальный, как у меня. Так, угу. Тут внутри какие-то штуки намулеваны. Тут почему-то Саски написаны и Брагини. Это, наверное, чтоб я Сигну сделал. Кстати, ты гений, блядь. Ты меня развел сейчас на Сигну. Так, запиписка. Ну, я уже тебе чуть-чуть проспойлерил, но давайте смотреть. Хо-хо-хо, Дед Мороз Брагини прислал новогодние подарки для Кириллочки и его семьи. Конечно же, он не справился без своих помощников, чьи подарки тоже присутствуют. А именно, Саски нарезки, Дикон XD и Славита. Она включает в себя конфеты, газировки, сувениры, игрушки и все, короче, что тебе нельзя, блядь, употреблять. Это я от себя добавил. Думаю, что отпраздновать Новый год вредной и вкусной херней предостаточно. Ну ладно, это я 7 числа, в пятницу я буду кушать шаурму, кутю и вот это. Так, мы все вместе желаем тебе в новом 2022 году сил, здоровья, красоты, ну что у меня присутствует, любви, это у меня присутствует, и всей такой стереотипной херни, а также самое главное, чтобы не выгорел и продолжал радовать тысячи людей своими стримами. Ебать. Также желаем Сонечке оставаться такой же красивой и кринжовой в новом году, и чтобы мыла посуду так же тщательно, как обычно. Она очень хорошо моет посуду по центре, даже я ее ругаю в последнее время, на самом деле, за то, что она слишком часто убирается, чтобы вы понимали, с Нового года она убралась уже раза 2 или 3, вот за 5 дней 2 или 3 раза она убралась в квартире, это пиздец. Ну и, конечно же, желаем крыскам не стареть и плодиться быстрее. Осуждаю. Новый год как-никак. Так, мы вас любим. И тут еще рисунки. Так, поехали. Значит, во-первых, бенгальские огни. Нихуя, ебать. Нахуй оно мне надо, ебаный рот. Нахуй оно мне надо, блядь. Пацаны, это машинки. Мне подарили машинки. Блять, да они упакованные, это Hot Wheels упакованные, это я просто оставлю в упаковке и потом продам за миллиард. Ёбаный. Значит, смотрите, ну вот это прикольная машинка. Hot Wheels, прикиньте, настоящие Hot Wheels. Я хотел себе хотя бы одну машинку Hot Wheels, может быть одну распаковать? Ебать, ля какая тачка, сука. Ля, блять. Блять, жалко распаковывать, если честно. Ля, блять, дом на колесах, как я хотел. Но я хотел такой в реале, правда. Может быть, ты мне пришлешь по деталям в реале дом на колесах? Так, еще машинка. Ля, нихуя. Ля, блядь. Охуеть, упакованные машинки. Вот это прикольное. Блин, вот эту я бы распаковал, если честно. Вот это прикольное самое. Зацените. Так, ладно, я не буду распаковывать. Так, дальше по центре. Так, вкусняшки, которые я сейчас не буду кушать. И вообще я еду от подписчиков не ем, потому что я всегда себе представляю, что туда шприцом вкололи свою кам. Так, резинка какая-то, не воняет. Так, по Некселю.
кислая пятка. Сука, как я ненавижу эти конфеты. Можете угадать почему? Потому что, блядь, мне эту хуйню в предложку, блядь, кидают, сука. Блин, вот это прикольное. Смотрите, конфета зомби. Прикол. Конфета зомби. Так. Ну, вот такая вот штука. Блин, это я сейчас Соне дам по центру. Сейчас Соня охуеет. Блин, сладкие палочки. Вот, сука, ладно, я, короче, не устаю, пацаны. Я не знаю, что это, короче, сожру сладкие палочки. Надеюсь, там нет твоего кама. Блять, я вот всегда боюсь то, что я сейчас что-то сожру на стриме, а потом он выложит видео. Короче, не отправляйте мне еду никогда. А ну, палочка. Я думал, они съедобные, а это пластик, внутри которого какая-то кам. Не, прикольно. Прикольно. Так. Дальше, смотрите, конфетки с котятками. Прикольно, тут всякие надписи. А, это не только котятки. Подожди, тут, блядь, мое имя написано? А, нет, тут корюшка написано, а не Кирюшка. О, нихуя! Ебать! Откуда ты узнал, сука? Это для крыс. Ебать, ты даже для крыс для наших посылку прислал? Пук, смотри, посылка. Это для крыс. Это тебе вот. Откуда они знают, что наши крысы только Little Avenger? Ну вот. Вот я тебе еще. Ты стримишь? Нет. Так, давай, бегудя моя. Давай, Пук, тут два предсказания. Ой, давай, какое давай. Тебе выпадет, какое мне. Давай. Ой, это мои любимые сухарики. Это все тебе, Пук, сладости. Выбирай, какое. Вот это хочу. Так, давай. Так. Так, Пук. Пахнет камом. Он, скорее всего, туда шприцом вколол. Как тебе моя прическа? Круто. Вселенная решила, что с сегодняшнего дня ты будешь счастлив, здоров и богат. Прикинь. Подарить тепло тому, кому оно сейчас очень нужно. И ты удивишься, как согреешься сам. Капец. Капец. Я дарю тепло, а люди потом хам дарят мне. Это что, блядь? А, это магнитик, ну это выбросить. Ой, я это вслух сказал? Фу, на что смотри, какой-то... Чё за нахуй? Нифига. Блять, чё за нахуй? Лапша доширак? А ну, чё за прикол? Упаковка реально от дошика. Это мне макинки. Ой, блин, прикольно. Да, я их планирую продать. Они сейчас не продаются? Я не знаю. Так, Фуксик, а ну-ка. Вау, вот это крутая. Да, я ее хотел открыть. А ну. Бля, пацантре, это реально купили доширак? Вытряхнули его отсюда? Так, а ну. Глянь. Мармеладки. Давай? Давай. Это на елочку надо повесить. Тут еще какие-то. А, не закрыты. Блять, это страшная какая-то хуйня. Она выглядит мокро. Реальный кам, значит, тут. Это реальный кам. Не скидывайте эту нарезку моему диетологу, пожалуйста. Прикольно, прикольно. И прикольно то, что оформлено в виде доширака. Так, так. Пука, вот это попробуешь? Это стопроцентный кам, блядь. Вот тут внутри кам, я уверен. Так, а ну-ка. Ну ты же Саску знаешь? Думаю, не накамит. Это Брагиня и Саска и... Да. Ну как тебе? Как будто реальный кам жру. Блядь, реально вкусов. Это зачем нам положили? Сука. А вот это зачем? Блядь, это... А что это? Это? Да. Я думала, конфетка это. Да? Угу. А ну, посмотри. Ну, народ. Пук, я вот у ИТС-подписчики такой дарит 100% проколот. Да. 100%. Давай проверим. Давай. Сука. Давай сейчас проверим, реально. Прикол, на удивление не проколот.
Значит, у Саски или у кого-то целая пачка этих презервативов, потому что они по одной пачке не прод... по одной штучке не продаются. Шар, блядь. Я в школе на такой садилась. Блин, прикольный шарик. Мы в школе такие, мы презервативы надували. Пуп, не проколот, заметь, не проколот. Давай, когда Маушер будет приходить, будем говорить, что мы используем. Фу, пуп, у меня теперь руки в каме. О, пук, чищенные семечки. Это крыска. Да? Funny Random Cards. Это я открою, когда Соня уйдет. Вау, охуеть! Это круто! Тебе... Нахуй оно мне надо! Вау, это крыска? Из Санкт-Петербурга. Блин, крутая кружка. Так. Стеклянная, да? Ага, крутая кружка. Это из нее я буду... Вообще-то, пук, это кружка специально для кофе. Знаешь, пук? А. Это кружка для кофе. Берешь, когда варишь кофе, да, вот может так быть. Пьешь. А, блядь, это Energy Drink. Я пил, кстати, вкусный. Ягуар, вот именно энергетик вкусный был. Вот, ну и понятное дело. О, нихуя себе. Это паука. А у меня никогда не было вот таких вот прям покупных. Я всегда одноразовые беру и ими кофе мешаю себе. Ё, блядь, пук. Нихуя. Гляньте, пацантре. Нифига, ты теперь будешь модным, стильным одеваться. Они прям попробуй, они очень, да, как будто из дерева богатого сделаны. Угу. Какая-то конфетка, пацантре. Я бы такими кушала. Ладно, вот этот бургер я предлагаю тебе съесть. Давай. 35 рублей стоит, у сука. Ну, блин, прикольный, на. Сейчас. Ты что делаешь? Конфетку уснула. Так, пацантре. И дальше тут еще море всяких сладостей, которые... Love is book. Это нам. Это тебе. Мне подарок был, не тебе. Так. Еще какие-то... О, я хочу с Риком и Морти конфетку попробовать. Есть конфетка с Риком, есть конфетка с Морти. С Риком, да. Нам даже намек делать, пук, чтобы мы не заводили пока бэбисов. Да, 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 да. Угу. Потому что крыски есть. Угу. Кислая? Нет. У меня такая кислая больше нравится. Не, она кислая, угу, но не супер. Прикольно. Угу, угу. Так, эта посылка все? А, нет, еще не все. Я там карточки должен открыть. Но это сейчас Соня понесет. Почему? В другую комнату. Сожжешь? А? Да, вообще спрячь от меня. Дальше. Подождите, что это вообще такое? А, это делать вертолетик? Нет, это делать кораблик. А нахуй оно мне надо? На стриме делать будешь. Нахуя? Смотри, инструкция. Это лего. Бумажное лего. А нахуй оно мне надо? Короче, пацантре, тут выдавливать надо детальки. И из них не делай. И из них что-то собирать. Делать я этого, конечно же, не буду. В смысле, это подарок. А-а-а. Тогда да, надо собрать. 49 рублей стоит. Так, давай, пук, вот это что такое? Смешные рандомные карточки там написано. Давай, пук. Вопрос-ответ равно забавный бред. Короче, я понял. Тут надо брать одну случайную карточку с вопросом. Одну случайную карточку с ответом. Я вам сейчас зачитаю шутку. Давай. Что написано на коврике перед дверью в твою квартиру? Булыжник – оружие пролетариата. Ну а теперь следующая посылка, из-за которой вам надо в Телеграм быстренько подписаться, видимо. Так, ну поехали. Это не посылка, это я в Даркнете заказал. Это в Даркнете. Так, сейчас, секундочку. Видите, как она обмотана? Это в Даркнете. Блять. Давай, пук, тут посылка из Даркнета. Давай, давай. Сейчас откроем, а там палец. Так. Это читать на стриме. Ладно.
Ну что, думаешь, что все те разы, когда твои друзья палили твой адрес, остались незамеченными? Нет, так мы только больше о тебе узнали. Мы тебя и так уже давно по IP вычислили. Лох. Пиздец, страшно, блядь. Мы долго не думали, что тебе в посылку положить. Положили то, что было не жалко. И не думай обращаться в полицию. Тебе все это все равно это не поможет. И тебе тогда только останется надеяться на нашу милость. Чтобы тебе и твоим маслятам было интересно, я распишу краткий экскурс по содержанию посылки. Так. Пиздец, блядь. Да старые ножницы, которыми один до сих пор не пойманный японский маньяк отрезал язык своим жертвам. У меня у моей бабушки такие ножницы были. Пистолет, это мы скипаем. Фейган. Это мы скипаем. Старая бритва, которой один дед убил своего друга, с которым они вместе искали клад. Ну, засохшая кровь же не так выглядит. Ну, не важно говорить. Это фэкблуд. Фэкблуд. Купюра в 100 евро, взятая во время ограбления казино Diamond World. Ай, блядь, ору раз. Фэкблуд. Гвоздь, который один советский бандит вбил в лоб старухе за долги. Надеюсь, я его не найду. Зуб, вырванный у мальчика в концлагере во время пыток. Ой, блядь, ору просто нахуй. Да нет, только это не настоящий зуб. Чей зуб? Кто потерял, блядь? Это просто показывает возраст моих подписчиков. У них вот сейчас как раз зубы молочные выпадают. Ватка, приложенная к ране этого же мальчика. Фэкблуд. Гильза... это мы... Так, телефон, найденный в обломках... Я не буду говорить, в каких обломках он найден. Nokia. Продать, блядь, можно. Да, кому он нахуй нужен, блядь? Ну, скажем, где мы его нашли. Так. Карта пиковой дамы, которая закончила жизнь юного пацана-картежника. Перчатка сумасшедшего доктора из старой психбольницы. Ай, блядь. Это, я не знаю, это похоже, знаете, на что? На пастель похоже, вот реально. Игральная кость, из-за которой умерло 3 человека. Угу, интересно. Пизда. Раритетная картинка со Сталиным, на которой, за которую сын расстрелял отца, чтобы продать. Фейкблад. Фейк. Брелок, найденный в обломках самолета. Замазан. Фейк бубис.
Я так все понял. Так, флешка, найденная в подвале заброшенного завода. Я нахуй не осмелюсь, блядь, не. Если кто-то есть бессмертный, я могу ему отправить эту флешку, вы вставите и снимете на ОБС. Я этой хуйней заниматься не буду. Я это... Вставлять вот такую флешку в свой компьютер, это все равно, что вставлять писюн Мелшера в любимую женщину, я бы так сказал, да? Вот, мало ли что, ну, какие вирусы можно подхватить. Так, наверное, ты думаешь, откуда это все у них? У нас и везде есть связи. Помни, это мы за тобой следим. Прямо сейчас. Через объективы камер. Ну, очевидно, нахуй. Я же стримлю, блядь. Спрятанных по всей твоей квартире. А, ладно. Хорошего настроения. Так. А вот это прочитать надо вне стрима. Блять, фу, это реально настоящий бухзуб, блять. Фу, ёбаный сыр, блять. Фу. Остальное, блять, фу. Пиздец, нахуй. Спасибо, брагини. Забудь мой адрес, пожалуйста. Ставьте лайки.